заебали. Неиграбельные карты и конченый баланс. Начинается общий тест большого обновления 1.1.2.2.22. Здесь не каждый найдет что-нибудь интересное и отсутствие эмоций. И не сможет опробовать новинки раньше других. Одно из самых интригующих нововведений уже нет, но новая ветка колесных средних танков Британии. И да, они сильно отличаются от уже знакомых французов. Корни растут из рэпид-танка «Крузер-24». Сначала вас ждут четырехколесный «Крузер» на базе артиллерийского «Крузер AEC Armored Car», «Крузер» и «Стакхаунд». Разведывательный танк с башней от «Крузер». FCV Scheme Up не похож на предшественника, но 26 колесами и не улучшенной огневой мощью. Паладин на 28 уровне массового «Крузер» производился в послевоенной 125-миллиметровом хуне. Он вооружен 90-миллиметровым корню и мощным неулучшенным двигателем. Ваше мнение не важно для нас, так что и нахуй.